Уставший, измученный песик попал в приют в крайне плачевном состоянии. В питомнике ему дали кличку Нудлс, что в переводе с английского означает «лапша». Почему именно такое имя для песика выбрали работники приюта, история умалчивает. Сразу было заметно, что Нудлс был домашним псом, но никто его не разыскивал и не обращался в приют. Его обследовали врачи и выписали специальный уход, а сотрудники приюта старались выделить ему порцию чуть покрупнее. И это благоприятно сказалось на его физическом состоянии. Чего нельзя было сказать о моральном. Оно было просто ужасным. Нудлс забился в уголок клетки и просто целый день сидел, уткнувшись мордой в стену. Он абсолютно никак не реагировал ни на людей, ни на других собак в приюте. Но однажды в приюте оказался мужчина, который во что бы то ни стало решил помочь Нудлзу прийти в себя. Он решил забрать его из приюта домой, где у него уже жила собака такой же породы, как и Нудлс. И это сработало, через некоторое время пес начал проявлять признаки заинтересованности, а вскоре и совсем пришел в себя и стал веселым и счастливым псом.